В середине мая профессиональный праздник отмечают люди в белых халатах, чей труд порой незаметен, но крайне необходим. Это медицинские сестры. Они ставят капельницы, следят за лечением, назначенным врачом, а в экстренных ситуациях оказывают неотложную помощь. И у них всегда находится доброе слово для пациента. Карточки процедуры, что процедура выполнена, дата, время, дозировка. Студентка медколледжа Дарья Мальцева перенимает опыт коллег. Сейчас у девушки преддипломная практика. Ее Дарья проходит в физиокабинете 3-й детской поликлиники. Здесь же планирует в дальнейшем и работать. Я хочу работать по профессии медсестрой. Мне по душе эта профессия. Когда я пришла сюда на практику, и медсестры, которые здесь работают, они мне рассказали про процедуры, которые здесь проводят, про саму работу, про структуру поликлиники. Меня это заинтересовало, мне понравилось, и я приняла решение остаться здесь на дальнейшее трудоустройство. Лечебное дело, акушерское, сестринское, фармация и лабораторная диагностика. В Йошкар-Олинском медколледже готовят специалистов по самым разным направлениям. Ежегодно сюда набирают и, соответственно, выпускают порядка 300 ребят. В профессии остаются не все, но те, кто понял, что это дело всей жизни, не применяют ее ни на какую другую. Да, конечно, это непросто, потому что и в любые погодные условия мы ходим домой к деткам на патронаже, разговариваем. Нравится мне эта работа, потому что я наблюдаю, как дети растут. Они развиваются на моих глазах, они меняются, с возрастом начинают со мной уже начинают общаться, и мне это очень нравится. Учеба в медицине – дело обязательное, однако есть те качества, которым не научат в учебном заведении. Благородство и широта души – неотъемлемые качества каждого из людей, кто готов не только днем, но и ночью дежурить у постели пациента и в любой момент прийти на помощь или просто добрым словом поддержать. Люди этой профессии умеют по-настоящему любить людей и детей. Именно эта профессия учит любить, понимать, помогать людям. Возможно, все профессии непростые, если на них взглянуть с каких-то различных сторон. Но наша профессия, в которой я сама лично нахожусь 30 лет, она очень полезная, она очень многому учит. Многие вещи, на многие жизненные вещи, и не только профессиональные, но и жизненные вещи. Смотришь совсем по-другому, переоцениваешь. И люди – это становится первостепенной важной задачей в работе медсестры. Именно люди. Видимо, это тот самый случай, когда талант, характер и желание – все должно сойтись воедино, как это произошло у еще одной выпускницы медколледжа Ксении Смирновой. Когда я в детстве ходила по больницам, я поняла, что это нужная профессия. Мне очень нравится, я вообще не сожалею. То есть я рада, что именно сюда попала работать. Пойду. Так что у этих девчонок есть все качества, а главное – желание, чтобы в будущем стать настоящими профессионалами, незаменимыми в больнице, поликлинике или районном ФАПе.